Так, это Юпитер. Фотоаппарат пытается нащупать его через закатную дымку. Харьков, 3 октября 2019 год, 18:25 по Киеву. Не поймет фотоаппарат, что от него хотят. Но у нас еще целая культурная программа впереди. Так, вот сейчас справа от Юпитера вижу уже совершенно четко, видел в прошедшем времени, два спутника. Ближе Ио и чуть дальше Ганимед. А хочется нам сегодня посмотреть сближение Юпитера и Луны. Опа! Вообще сегодня подходит Луна к Юпитеру на небосводе или Юпитер к Луне на 2 градуса на 1,9 угловых градуса. Но это будет уже в тот момент, когда для нас Луна будет за горизонтом. И поэтому вот это, а вот это 3 градуса с небольшим. Максимум, на что мы можем рассчитывать. Ох, ну проклятая дымка, это, конечно, все лето, весь год, господи, еще с весны. Какая-то климатическая аномалия. Не дает фотоаппарату сфокусироваться никак. Раза два за год получилось поснимать что-то без вот этого мерцания, без дымки. Четко и явно, чтобы все было видно. Луна имеет угловые размеры для наблюдателя с Земли около 0,33 градуса, то есть треть градуса. В разное время по-разному, перигеи, апогеи. А, вот они в одном кадре, красавцы, убежали. Не поймет. Это брат, что мы от него хотим? Ну, я тоже растерялся. Один объект на расстоянии 380 тысяч километров. Луна практически в перигее, на ближайшем расстоянии Земли сейчас. А Юпитер на расстоянии 840 миллионов километров. Чуток поболее. Ладно, подождем еще малеху, может стемнеет. Посмотрим, что тогда покажет нам фотоаппарат. Смотри, какое там небо, совсем не радужное. Будет у нас облачно завтра. Ладно, завтра. Подождем, что будет сегодня. Так, Харьков. 3 октября, еще Сатурн должен выползти. 18:30 по Киеву, 3 октября 2019.